зима 2021-2022 дизайнеры Джейн Кей представили вот такую стильную куртку для подростка, артикул ZS932. Данная модель выполнена у нас из новой инновационной ткани, которая называется Ripstop. Ripstop в данном случае у нас идет с покрытиями. Обратите внимание на вот такие вот ярко выраженные клеточки. Это сделано специально, такое переплетение, для того, чтобы увеличить износостойкость и разрывостойкость ткани. Она очень прочная, при этом мягкая, невероятно мягкая, приятная на ощупь, не шуршит, не встает колом на морозе. Она прекрасно прошла все наши испытания и показала самые высокие результаты по их итогам. Эта ткань обязательно обработана грязеводоотталкивающими пропитками, то есть небольшие загрязнения удаляются обычной влажной салфеткой, а какие-то осадки просто скатываются по поверхности изделия. Данная модель у нас имеет округлый силуэт, то есть здесь у нас идет такой оверсайз, спущенная линия плеча. Обратите внимание на вот это расширение в линии, по линии лопаток, то есть она будет прям такая круглая. Выглядит невероятно стильно. По переду у нас идут широкие горизонтальные переборки, стежка. Это тоже один из основных трендов нынешнего сезона. Такие же стежки мы видим по рукавам и на капюшоне. Капюшон у нас несъемный. По краю у нас идет мех енота, натуральный, шикарный мех. Он отстегивается для удобства стирки. Сам капюшон у нас регулирует посадку при помощи кулисы на резинке. Обратите внимание, как у нас интересно застегивается сам капюшон. Здесь у нас используются паты на велькро, на липучке. Вот таким образом. Очень красиво. Смотрите, они у нас брендированы. Леттеринг, бренды, это все тоже один из самых основных трендов. Вот таким образом. Это можно расстегнуть и ходить в таком виде. Тоже выглядит очень классно. Также из декоративных элементов у нас паты есть такие же на карманах. Вот, карманы большие, функциональные. Карманы, чем больше, тем лучше. Это тоже один из трендов нынешнего сезона. И такие же паты брендированы, очень крутые. Здесь они идут с нашивками Джейн Кей бренд. Также на липучках, они у нас на рукавах. Здесь они просто так, при необходимости затянуть можно посильнее, чтобы вовнутрь изделия ничего не задувало. По рукавам в этом сезоне мы во многих моделях используем вот такие удлиненные манжеты. То есть здесь есть отделение для пальчика. Вот таким образом надевается и закрыта практически полностью кисть ребенка. Если еще и затянуть, вовнутрь ничего не попадет. Это прям очень хорошо сохраняет тепло. Так, воротник. У нас здесь очень высокий воротник. Это тоже один из трендов. Оно тянется с прошлого сезона. Обратите внимание, закрывает максимально шею. То есть вовнутрь изделия ничего не попадает. Воротник у нас идет на потайных кнопках. Очень удобно застегивать, расстегивать. Кнопочки мы всегда используем хорошего качества. По переду у нас идет верхняя ветрозащитная планка, которая прикрывает молнию и защищает от ветра и от холода. Она у нас идет также на потайных кнопочках. Центральная застежка молния легко расстегивается, застегивается. И нижняя ветрозащитная планка. Еще одно дополнение, еще одна защита от холода. А нижняя часть воротника у нас отделана 100% хлопком, для того, чтобы шее ребенка было комфортно и она не потела. Прекрасно отводит лишнюю влагу и жар. В самой курточке у нас используется подклада OmniHeat, умная подклада. За счет вот этих фольгированных точечек тепло ребенка отражается от них и возвращается обратно в курточку. И здесь сохраняется на 20% больше тепла. Также наверняка обратили внимание вот на эти бретели. Это у нас сделано специально, когда ребенок входит в помещение, он может снять курточку, накинуть на плечи вот эти бретели. И получится по типу рюкзака. Это очень удобно, чтобы не носить куртку в руках. Вот это решение очень понравилось подросткам. Также здесь у нас есть внутренний карман, также на велькро. В курточке мы используем наполнитель Slytex, используем мы в этом сезоне его впервые. Очень хороший синтетический наполнитель. За счет того, что он не очень объемный, но невероятно хорошо сохраняет тепло, куртка не выглядит дутой, но при этом прекрасно подходит для самых суровых морозов.